Hi, привет, glad to see you, рад вас видеть, и мы с вами продолжаем. Итак, с вами поговорим про простое настоящее время, present simple, и поговорим про некоторые полезные слова, наречия, которые употребляются с данным временем, а именно always, всегда, often, часто, usually, обычно, sometimes, иногда, и never, никогда. И с вами разберем, как они употребляются. Значит, есть такое общее правило, что вот все вышеперечисленные наречия мы употребляем между подлежащим и сказуемым. Ну, к примеру, я делаю это, мы скажем I do it. Я всегда это делаю. I always do it. Я часто это делаю. I often do it. Я обычно это делаю. I usually do it. Я иногда это делаю. I sometimes do it. И, скажем, я никогда это не делаю. I never do it. Вот именно такой порядок слов. Единственное как бы исключение sometimes. Sometimes можем ставить и в начале, и в середине, и в конце. Например, sometimes I do it. Иногда я это делаю. I sometimes do it. Или I do it sometimes. Но если касается это других наречий, которые мы говорили выше, то именно такой порядок слов. Ну, разберем некоторые примеры. I always get up at 8 o'clock in the morning. Я всегда встаю в 8 часов утра. We usually see this program every week. Мы обычно смотрим эту программу каждую неделю. Значит, дальше. We sometimes go to the park together. Мы иногда ходим в парк вместе. И последнее. The last sentence, последнее предложение. He never smokes. Он никогда не курит. Ну, заметьте, что с never не нужно давать отрицание, просто говорите подлежащее, never и глагол. He never smokes. He never drinks alcohol. Никогда не пьет алкоголь. What a good boy. Какой хороший мальчик. Да, ну, хорошо, еще продолжим. Так что до скорой встречи. See you.